Потасовка пьяной компании и общественников в Тракторозаводском районе закончилась в отделении полиции. Мужчинам сделали замечание за распитие алкоголя, а они пошли на активистов с кулаками и бутылками. На место ЧП пришлось вызывать полицейских и врачей скорой помощи. Подробности в репортаже. Ребят, ну вот вы прямо здесь вот... В туалет ходите, это нормально? Картина во дворе одного из домов по проспекту Комарова возмутила общественников. Прямо на детской площадке компания распивала алкоголь, а рядом ходила в туалет. То, что это видят дети, собравшихся, никак не смущало. Вы здесь пьете на детской площадке, в туалет здесь ходите. Не надо, Эмир, ждите. Общественники сделали замечание, но в ответ услышали оскорбление. А позже словесный конфликт перешел в драку. Пьяный мужчина ударил одного из общественников, а затем напал на руководителя движения. Убери фотоаппарат, что ты фотографируешь? Тогда Александр Воложанин воспользовался перцовым баллончиком. Но мужчина из пьяной компании только больше разозлился. Он стал кидать в общественника бутылки. Александр Воложанин успел увернуться и снять все на камеру. Кидает? Чуть позже на место потасовки прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Но агрессивный мужчина продолжал свои нападки на руководителя движения. Дебошира пришлось увезти в райотдел, а пострадавших осмотрели медики. Вот у человека, покажи. Где, покажи. Вот кого ты пинал. Вот. Где? В отношении компании позже составили протоколы и оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте. По факту драки сейчас проводится проверка. Оксана Кравцова, 31 канал.